А, нет, подождите. О. А, так. В принципе, лететь-то недалеко. Давайте полетим тогда, может. Давайте. А что, у нас хардкора не будет там пешком сходить? Ой. Блядь. Спасибо. Ух, бля. Очень приятно. А как так получилось? Это излишне, ну, какой, это на этой карте такая хрень. То есть периодически так. Я тебе просто... Это на мои слова, наверное, как-то среагировал. Блин, я за заборчиком. Ужас. Да, это реально Костя сказал, надо пешком идти вот теперь. А, это самое не взяли. А я и Байоникса не взял. Ну слушайте, мы вернемся все равно сюда. Тут может нам они особо и не понадобятся. Тут мы недалеко будем, поэтому. Главное, потом не забудь. Так. Если честно, сначала подумал, когда она скинула, что это Настя уже в этот момент сказала, блядь, типа, она случайно меня схватила. Схватила потому, тебя, да? Сёма падает, думаю, Сёма, что ли, случайно схватил? И Дима. Думаю, что-то, блядь, как-то подозрительно слишком. Вот тут, по-моему. Там трапы. Ну, достаточно. А, блин, слушайте, может и понадобится нам вину. Ладно, сейчас посмотрим. Мы туда пешком. А ты знаешь место, да? Нет. Но... Пока нет. А, лучше было бы, да, нам все-таки взять Дину, не хочу, я сейчас подумаю. А что-то, блин. А, ну, так, а Барионикса есть у кого, да? То можно с Барионикса, да, пройти вперед тогда. А скажите, пожалуйста, а как? На N английское, наверное, если ты профанарик. Ой, спасибо большое. Да, блядь, хватит. Осторожно, тут должно быть пожловее где-то. Mm-hmm. Могут быть. Ой, моя мышка полетела стоять. Как красивый. Пока что. А. Сзади еще один. А, это пусть. О, вот пошло. Первая лодка. Да, блин, я заболел, кажется. Да. Уйди, проказник. А мышей вы не забираете? Блин, сейчас я вот... кажется, это... Ну, у меня лично с собой в креоподе мыши, не знаю. Вы тоже спрячете тогда лучше. А у меня нет креопода. Я тебе дам потом, только дай выздороветь. Давай я тебе дам. В моем этом возьми креопод. А креопод-то дадите? Могу болезнью дать. Хочешь? Спасибо. Рад, что тебя вдохновляет. Ой. Ты так бы не стрелял, пожалуйста. Почему? Да, опасно. Что страшненько. Так, не бойся. Нужно... Матик, не бойся! Ой-ой-ой, а и что? Паркур. А, ну и куда мы выйдем? Стесняюсь спросить. Ну, во-первых, артефакт надо забрать. Да. Не, ну это безусловно. Вот есть выход. С воды? На крюках. Нет, на крюках. Я покажу. Так что, приоподись, что ли? Да, да, да. Я сегодня просто покоритель тупости, нахуй. Ну, мне и так не хорошо, криопода нет. Отгадайте, что я забыл? А, тебе дать? Руки? Ну, нет. Лучше. Лучше.
Арбаль? Да. Заебись, да? А ты так рукой намахивай. Ну, долети на это... На... А с чем мы сюда все шли? Не знаю. Еще один. Руна под водой. Так. Я знаю, там, я, Дима, вот давай я тебе крюки свои отдам, если что, в каких-то трудных местах ты будешь меня затаскивать. Нести. Не-не, давай я буду сам нести, а если что, я тебе буду давать один, и ты мне. Как тебе идея? А? Ну, давай да? Попробуем, но я что-то так там крокодил. Так, а где? Где он? Шучара. А ты... Дашь мне крюки или как ты видишь? Да, они 10 килограмм весят, нафига тебе этот вес? Ну ладно. Сначала давайте туда, может. Куда? Вау! Вот видите, как интересно. Да-да-да, правильно. Так, а где у нас Костя? А. Я крокодила пиздол. Давай сюда. А Моник? Моник. Тамоник. Тамоник. А ты дальше пришел. Тамоник, ну-ка пошел нахуй. Так, тихо, вы только без меня, пожалуйста. Ой-ой-ой. Ой, меня схватил мегалозавр 145-й. Ой, блядь, кому так пизда. Точно. Кровати у меня в инвентаре. Самолети! Да. Заебись. И воду, да? Блин. Да. Нихуя. Так, а кровати кроватями, а есть там что-нибудь из разряда фундамента? Да, фундамент тоже есть, фундамент тоже есть. Дима, стреляй в меня. Подожди. Я разведаю обстановку. А, у меня... Давай, давай. Слушай, у меня же есть круче. Нахрена мне это? Когда у меня есть вот это? А. Бля, ну так-то да. Чё я так... Ой, сегодня... Короче, сегодняшнюю серию, если ты записываешь, можешь назвать «Тупой Константин». Идеально подведёт. Так, поставил ещё. Чашня так... Ой, блядь! Помогите! Твою мать! Сука! Откуда он, бля? Все пошло не по плану, да? Да. Можете в воду прыгать, если что. Я все зачистил. Так, мой труп там остался. Ну, где-то в воде. Да. О, сука! Да. Еще ты... Откуда Дима? Они берутся? Перезарядка! Перезарядка! Эй, я... Блядь! А че он такой, это, жирный-то? Блять, у меня просто родел нахуй, да, с этими пираньями. 290. Откуда они, сука, берутся? Я с такими темпами тоже сам прилягу скоро. Я, да это пиздец. Ты где там плаваешь-то? Я в воде. Я понимаю, я тебя не вижу. А, я... Все, я вылез, слава богу. Так, а я пошел со сумочкой. Дерево не мало. Ну, сверху что ли падает? Дерево есть у кого-нибудь кусочек? У меня... На сколько? Один? Один. Я увидел желтые глазки под водой. Мегалозавр? Да. Это как бы что это? А это такой мегалозавр с темноты. Ай! Вот он и он. Вот он. А что не ремонтируется? Зараза. Нам, может, волокну нужно? Да, 45 нет, секунд, Настя. Ой, блядь, паук. Бля, нихуя, я как Леголас только повернулся и сразу стрельнул. Ебать, только правда в труп, конечно, но это ничего не меняет. Ничего. А где ты прочитал про 45 секунд, если что-то я не вижу?
Но недавно поврежденное можно починить через 0-20 секунд. Мне почему-то не пишется. У меня тоже. Вот. Ну, может, так и есть. Знаете, да, почему да. это? Почему? Потому что я Леголас. Так, а Сёма, ну, у нас... это многое объясняет. Еще под водой? Это все. Все объясняет. Да, у меня там сошла, там сумочка. Я прям... Не. Ну, вроде кровать переставили. Я прям под водопадиком. Там под водопадиком? Да. Ну, там, блядь! Вот там, да. Прям точнее некуда. Я сейчас попробую туда упасть, вот как вот сейчас, например, я не хотел. Попробую я его вижу. Боже, а вон там это кто? Арта, что ли? Да. Ой, блядь, спасибо, нахуй. Спасибо, ёперный театр. Я как раз недавно не купался. Думаю, дай помою подмышки. Подожди, ну я тебя не спихивала. Это Оник. Серьезно? А чё, нет? Я не видел. Ну, вообще-то тут Оник на нас напал. Это вон Оник наш. Какой Оник наш? Я сейчас убила, вот он лежит. А, серьезно? Извиняюсь, ну, вот. Тогда. Все, что я раньше сказал, это не относится к тебе больше. Спасибо. Ебать, он жир. Там арта вот где Сёма поплыл. Да, она падение упустит. А, ну. Ой. Тёма, я в твою ножку попал. Спасибо, кто-то по мышцу попал, да. Я случай, я сказал, да, это я. Да. Иди, да, тебе помогу. А? А, спасибо. Пожалуйста. Неинтересно. О, Оники, Оники. Ой, там Мегала. Пит, сука. Все поломал мне ушлепок. Все, бля. Ну и. А что? О, заебись. Ну все, у меня закончились. Будь печаль. Да. Да. Будь печаль. Ой, красиво. Бля! Что такое? Там бегало. Да, я вижу. У тебя тропает. Хорошо, что он не проснулся. Тебе крево пойдем? 145-й. Что, пойди? Еще надо быть? Недалеко, по идее, да. Не знаю. Ой, как мы будем его убивать, а? Мегалозавра? Ну да. Чё, мы всей толпой навалимся и все. Давайте пойдем вот сюда, смотрите, вот так, чик-чик-чик-чик-чик. Это чик-чик-чик, так не нравится. Ой, блядь! Ну... А чё у меня... Дохни, сука! А, вот. Ооо, видели? Я как Леголас. О, там дроп. Дропчик, дропчик! У меня блочка сломалась, не хотела заряжаться под ног. Все бегут вверх, Костя летит вниз. О, да, нет, не ты один. Блин. Ой, спасибо. Фига, у меня аж экран пошатался. Думаю, так скорпион ударил, что ли. Ооо, надежмода. Ботинки топовые. Ну давай, ботинки лови взять. А у кого-нибудь есть волокно? А зачем тебе? Стрелы сделать. А ты что думал, я снова буду сейчас фармить на этот? О, пожалуйста. О, гадюбинка. Да-да-да. Сколько тебе надо волокна? Сколько есть? Нам срочно нужна такая дубинка. Нет, дубинка. Скажи мне. Серьезно. Прочь. Ну, наверное, 200. Да 200. Ну что, сколько будет? Не. Yeah. Так, я в дроп тебе положу. Ой, мне нормально, yeah, кстати. Вот. А, подожди, я не могу положить дроп. Ладно, подожди, не могу. Так, я надеюсь, вот ты... А, блядь! Спасибо. Поехали! Погнали. Сейчас, 90. Я надеялся, что никто не водится. Зря надеялся. У меня есть на чё? Я в Орионикса включу? Да не, нам или наверх. А, наверх, наверх? А на какой верх? Прям наверх, да. О,
все, пах, давайте по одному. Ой, ой, ой! Трупик оказался. Это я, что ли, вас случайно спихнул? Простите, нет, пожалуйста. Саркозух. Он же там прыгает. Да, блять. Давай я тебя подниму. Не, все, все нормально. Угу. Да. Ой, как темно. Так, ну это все, у меня крюки тоже кончились. А я могу дать тебе свои? Могу, ну, вообще, кстати, равно, вам слушай, по три крюка. Через базу пройти, поэтому. А, ну ладно, если что, по три крюка каждому есть у него. Сделать еще. Если есть. Так. О. Металлом на базе нет, чтобы руки делать. Нет боеприпасов. А что там, что там, что там будет? Я свалился. Ой-ой-ой. Да доставай мышь, может. Да, я тоже такое думаю. Понимаешь ли? Решил тут по-моему. Нам, кроме этой пещеры, наверное, особо там и не нужны нигде крыть, так чтобы. Если что, у меня есть каждому по три. Да, мы поняли. Если еще кто-нибудь расскажет про то, что не нужны крюки или их надо дорого создавать, я еще раз скажу, что у меня каждому есть по три крюка. Каждому. Ты мышь доставай. Я не мышь. Так, ну что, тогда на базу задену нихами, да, а потом кто-нибудь дальше. Да ну нахи. Гладон. Еще что? Милый. Саблезуб. А, ну, да. Он просто. Игр, понимаешь? Да-да-да-да. По-моему, это где-то в этой стороне. Да. Ну так прикольно на них. Ну тут я хз, как бы. Мне кажется, что не стоит топить Дину них. А что, мы прыгать что ли будем? Да. О, да. Да. Не знаю, мне не нравится. Не, мне нравится попрыгать, если без ничего. Ну да, так я иду. Я не хочу терять рубашку. Я тоже, я без этого. Тихо, мы ни хера не достанем потом. Да-да-да, я тоже вот. Ну. Ты чё? Что-нибудь? Ты выкладываем? Да, наверное. А отбиваться чем будем? А мы не будем. Какие мысли? Слушай, а может поставь там кровать возле входа? Такая, кто встанет, тот потом поднимет, просто будем. Ну, типа, просто возьмем вещи потом, просто пока по фану попрыгаем. Вдруг, ну, посмотрим, насколько далеко удаст. Какой кошмар. Бля, если честно, страшно. Да. Такой перепрыгнул. Ой, перепрыгнул. Одежда, да, не страшно. А вот здесь жопа. Ох ты, змея, змея, змея. Дима, отходи. Слушай, я не переползла. Ай. О, блядь, она еще и скидывает, нахуй. Слушай, она там не умирает. Там прям громко трещит. Там рта еще. Нихуя себе она уровня упала. Какого. Какой-то. 280. Мне? Да. Нет. У меня вода кончилась. Поздравляю. Там еще и рта. Кучара, блядь, здесь их дохуя всяких. Дима, осторожно, там оник. Я подожду, Настя. Ой, блядь, паук.
На Костя с вещами туда пошел. Да, серьезно? Я умею прыгать. Ну ты отчаянно. Ой, блядь. Молодец, молодец. Я вот оттуда допрыгивал вот это. Молодец! Так, давай. Спасибо, что на. Нафиг. Ой. Ой, правда 200. А, сейчас умру. Нет, не умру. 40 хп. 200. А 200 сторон наносит. Ой, все, Маконик. Смерть похорон. Наша пришла. Ой, все, у меня сломаны кости. Костя, давай. Куда бежать за артефактом? Ой, там Моник, стой. Дима, а ты перестал кровать? Да. А, ты ее не перенизывал, да? А, блин, не забыл. Ничего, я поняла, как он. Бля, сколько их? Вот еб вашу мать. Вот прям паркур дальше. Еще? Да. Еще там. А, это здесь, где вот мы, понятно. Надо вспомнить пещеру. Я их это посиду в артефакта, нет! Вот. Ой, летит там до хера всего. Да. Блять, я заболел, ёпта. Меня подлагало, меня заплевал мужчиной, сука. Мразь такая. Ну может быть реально на дейнонихов, это не так больно. Не знаю, я в Т-рекс. Ой. Ну там, конечно, корм. Еба. Бать там пиздец. У меня стрел не хватит, наверное. Я дошел на артефакт. Ура! Ой. А, ну ничего, просто веду к тебе. Ну, спасибо. Я, конечно, очень рад. Ой, блядь. Еще раз смешно. Нет? Дима, Оник. Видишь. Ты что, за мной? Не надо, дядя. Чисто танк, блядь. Давайте мы сюда. А, ты замечательные крюки при тебе, да, Костя? Да. Очень. А, подожди, а где они? Не карты, ты когда все в длинной них. Я, наверное, убрал. Они там все в сумочке остались. Если там сумочки наши есть, посмотри, может, они в сумочке стоят. Сумочки там нет, тут мясо и сети. Я убрал в этом. Ближе сюда. И сейчас, так мне отхилиться сначала надо. Ой, на хп. Там артефакт прям вот он сразу. А их тут два, да, вроде бы? Да. Вот я добираюсь до артефакта, он назад, ну, никак, наверное. То есть, да, слушай, ко второму я не уверен, что допрыгну. Я попробую, но... А второй где-то... сторонки, да? А, я допрыгнул, но там паук сразу. Ебись. Блять. I need assistance. Я тут у нелогкой ситуации. Я паук сверху и говорит, выходи. Ну, вообще он снизу, но да, говорит. Спускайся ко мне, говорит.
Будет весело, говорили. Здравствуйте. Знаешь, же вы меня нашли все-таки. Ой, а тебя куда нести? Ну, можно просто, да, туда вот. Оттуда вообще-то, да-да-да, и свалиться. Ну или можно драть как-то сразу. Да не, давай я попробую пока. Все равно без вещей. Я, короче, как раз вот, да, перепрыгнул, а там паук. В какую сторону расставить вопрос? Право или налево? О, я дропчик. О, ботиночки маскировочные и щит деревянный. Хороший дропчик. Здравствуйте. Охуеть, я чуть не обосрался, если честно. Я добежал. Да. Интересно, допрыгнул или нет? Как думаешь, Сёма? Ты зацепишься, скорее всего. Хотя, мам. Ёп! Может, закрепой, я тебя продаю. Давай. О. Перенесешь меня туда? Да. Лобак, смотри. Хоп! Я уже здесь. Вау! Мама! Ой, я заболел. Я ухожу. А, тут уже все зачистили. Я, если что, заражен. Нет, не все. Ну как, не все. Я заражен. A few moments later. Сём, стоп, назад лети. Вот здесь вот. Наверху, видишь? А, я умер с артефактом. Если что, я артефакт еще взял. Что там, Сём? Да там, по идее, кстати, я так умер, что можно достать легко. Сейчас я попробую. На двушку 287-82 на Галимина. На додошку? На двушку. Да. Додошку. Мушка додошек. Мушка додошек. Да. Нормально. Ты в двушку заряжаешь додошек? Стреляешь. Додошка. С двушки. Ох, ёб твою мать, я чуть не улетел вниз. Так, все, артефакт я забрал. У нас всех по два получается, да, эти? У меня три. А, у меня еще, у меня прошло. Мама. Пять. Все назад, это прыгают. Нет! Блин, назад сложнее. О, это там, где мышки? О, мини-василиски, мини-василиски. Бета-версия. Так, блин, а крови с собой нет. Ну да. У меня есть 98 пакетов. Дай 30. Конечно, без проблем. Дай номер себе возьмешь. 35-й, 20-й. Они динамиков понимают, кстати. По идее, да. Ну, можно помпой расстрелять. Ну, подожди, там 135-й один. Так понимаю, Настя хочет приручить и попробовать. Нет, я не хочу. 20-го может слить попытаться. Опа, сейчас. А, там еще, подожди. Я стреляю? А, давай. Догнал бы еще. А чё?
Один лиш. У меня дыно не хаспер тварь. Со 45. О, я 135 приручаю. Неожиданно для себя. Сливаем его? Наверное. Может, это тогда он тебя откроет? Ой. Так, ну пока вроде не выглядит как паркур. А, ну слушай, да. Походу все типа. Да, это та пещера, конечно, экшен валит. Сторон. Ну вот смотри, какая арена. Тут тупо скорпионы, там змеи. Болезнь. Ой, видишь, какой экшен замес. Да, кстати. Пришлось его обратно. Экшен валит, точно. Что же это такое? Заболела? Да. Странно, я не заразился даже. А, нет, заразился. Что, вот ты болеешь, нет? Да-да-да. А, ну мы все болеем. Блин, я вот. Ну куда ж ты пробежал? А, это мы-то кости. А там еще куда-то надо идти или все это? Не, по идее, все это вроде. Там. Это все? Да. О. Как скучно, да? Какой кошмар. Одна.